С начала действия программы по капремонту многоквартирных домов в Югорчине собрали порядка 9 миллиардов рублей. Причем больше трети этой суммы фонд получил за прошлый год. Примечательно, что собираемость растет. Если три года назад она составляла всего 43%, то на 1 января 2018-го достигла уже 97%. В числе лидеров по собираемости Нижневартовск, Белоярский район и Когалым. А вот наименьшие показатели у Березовского, Нефтеуганского и Кандинского районов, а также Ханты-Мансийского и Урая. Сегодня общая задолженность югорчан за капремонт составляет более 1,5 миллиарда рублей. А вот на реализацию программы в этом году планируют потратить свыше 7 миллиардов.